Снегопад, снегопад, если женщина просит. Нани Бригвадзе выступила с концертом перед югорской публикой. На протяжении 2 часов артистка исполняла знакомые всем песни, делилась историями из своей жизни и даже познакомила со своей семьей. В Сургут она приехала с дочкой Экой Мамаладзе, которая, кстати, выступает вместе с Нани. Несмотря на свой солидный возраст, народная артистка СССР не собирается покидать сцену. Я в таком восторге от вашей публики, мои дорогие. Живите долго и слушайте хорошую музыку. Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий.